она видна. Мы в том году все снимали, как бы так, чтобы не сильно длинный ролик получился. Сейчас основная новинка. На самом деле это движение в строительство многоквартирных домов. Благодаря этому строительству мы охватываем уже практически весь ассортимент, цепла. И есть только там какие-то точечные моменты, которые можем подтягивать. О них, кстати, могу рассказать. Например, шламоудалитель для... Покажите. Просто там надо было шламоудалитель, там стоит сетка и там стоит магнит. Ориентировать поток можно по-разному. В зависимости от того, как вам удобно, вы можете отдать эту самую гайку, да, и разместить сетку фильтра так, как нужно вам, под противогазом, смотря как идет поток. Это вот из основного. Еще будем в этом году в ассортименте гидрострелки стальные. Плюс каждая
немного, да, и при совпадении определенных, скажем так, конкретных моментов, они входят в резонанс системы и дуля. Здесь запатентованный механизм, двойной предпосылки, он в резонанс системы не входит, и людей не будет через него. Новинки, просто инструмент у нас был, да. Ну, вот показывает, какой инструмент есть. Самый дорогой, подешевле. Самый дешевый. Попроще. Насколько я помню, по-моему, вот этот самый функциональный здесь можно при положении насадки меняются, а здесь уже нет, по-моему. Не соглашусь. Нет? Самый функциональный вот этот. А, вот этот. У него поворотная голова и у него авторевес. У этого инструмента и у этого автореверса нет, но этот самый дорогой, надежный, его можно там по наследству передавать, на Рэмсе делается. Ну, вот. Ну, тут, как говорится, на вкус и цвет товарища нет, каждый выбирает по себе, но лично мое мнение, мне наиболее там оптимально. Насадки в комплекте не идут, насадки дополнительно приобретаются. Насадки взаимозаменяемые. Раньше были не взаимозаменяемые. Сейчас взаимозаменяемые насадки. Ну вот, как-то так. Ну спасибо, что могу сказать. Спасибо большое. А еще эти ребята приготовили для вас небольшой сюрприз. Все это будет в последнем выпуске дневников выставки. Так что ждем последний выпуск. Всем удачи!